Музейная редкость. Мясская пенсионерка хранит у себя дома уникальные часы. Их механизм сделан из дерева. Хозяйка старинных часов открыла нам тайну появления необычной вещи, ставшей символом семьи. В начале 20 века отец Веры Романовой увидел в лавке часовщика интересные часы с кукушкой и собакой, которая вращает глазами. Он сразу захотел приобрести ходики с деревянным механизмом, но часовщик наотрез отказался их продавать. Да, папка и говорит: слушай, давай тогда поменяем на жеребенка на моего, на молодого. На какого такого? А вот такое, как мама мне рассказывала, так я вам говорю. Ну ладно, он привел этого жеребенка, а жеребенок это блестит весь, обмуниться, и у него папка надраил ему. И все, он согласился. С тех пор часы стали символом семьи. Посмотреть на кукушку и собаку, которая водит глазами из стороны в сторону, приходили все окрестные ребятишки, а иногда и взрослые. Благодаря часам Вера Георгиевна даже встретила свою судьбу. Ну вот, когда я вышла замуж, муж мне говорит: так я в этом доме был. Мы приходили кукушку смотреть и часы смотреть. Когда Вера Георгиевна переехала из того дома в квартиру, то взяла с собой только старую лавку, часы да радио, которое семья слушала еще в войну, но оно работает по сей день. А часы с собакой ходили до 81 года. Незадолго до поломки в них решили поменять грузики. Это привело к гибели механизма. Можно ли все-таки отремонтировать часы, пока неизвестно. Глаза ходят.